Бандян готовится сейчас выполнять подачу. Тридцать ноль. Очень низкий процент попадания первой подачи был у Давида Налбандяна в первой партии. Вначале я говорила, был всего лишь 29. Ну, к концу сета немножко подтянулся. Стал 43, но тем не менее. У Родика с подачей, с процентом попадания первой подачи намного лучше. Сорок ноль. Двойная ошибка. 40-15. 40-30. Тут, скажем так, непривычная ситуация для сегодняшнего матча. Энди Родик своими активными действиями заставил сейчас допустить ошибку Налбандяна. Смотрите, какое преимущество опускает сейчас Давид Налбандян. Оживился Джимми Коннорс. Ох, какой хороший шанс сейчас для Родика. Сейчас Давид и играл аккуратно, осторожно, внимательно и все равно допустил ошибку. И брейкпоинт у Энди Родика. Ай-яй-яй-яй-яй. Безусловно, был шанс сейчас у Родика обводить Давида. Потому как Давид Налбандян играл опять-таки очень аккуратно и неуверенно у сетки. Шансы оставались для американца. Ну и тут попало ракетки. Энди Родика, можно сказать, ни за что.
упускает шанс Энди Родик. И уже больше у Нулбандяна. Не зря он был так раздосадован, потому что таких шансов сегодня было немного. Попадает. Но Бандя.